Шоу мыльных пузырей способно украсить любой праздник. Своей зрелищностью эта детская забава порадует глаз не только ребенка, но и взрослого. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина решили показать юным читателям, что мыльные пузыри – это отличное развлечение и вместе с этим тема для экспериментов и научных открытий. Нам хочется просто у детей, наверное, вызвать желание самим что-то узнавать. Мы даем минимум какой-то информации в этом году, но мы стараемся дать такую информацию, которая не оставит ребенка равнодушным. Она заставит его пойти дальше в собственном познании, в собственных открытиях. Участники занятий в рамках научной лаборатории открытий смогли представить себя в роли исследователей и рассмотреть мыльные пузыри с научной точки зрения. Почему они имеют круглую форму, так быстро лопаются и из чего состоят? Изначально проект НЛО был призван привлечь ребят к чтению научно-познавательной литературы. Но уже сегодня каждое занятие превращается в увлекательные путешествия с множеством удивительных открытий. Мы стараемся сделать каждое мероприятие не похожим вообще на предыдущее. Ну и кроме того, конечно, нам помогают наши читатели, потому что мы видим, как они реагируют на то или иное наше новшество какое-то. Они нам иногда сами какие-то идеи предлагают. Очередная встреча в рамках проекта «Научная лаборатория открытий» пройдет 19 июля в 2 часа дня. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.